Сегодня днем в центре города Москвы произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Все произошло около станции метро Кутузовская. Столкнулись сразу три автомобиля – Mercedes, BMW и Volvo. Очевидцы сообщают, что водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины. Удар был такой силы, что водитель Мерседеса погиб на месте, а его пассажир в тяжелейшем состоянии госпитализирован. Также известно, что Мерседес, ставший участником аварии, числится за российским бизнесменом Ратмиром Тимашевым, основателем компании «Эльте Софтфари». Погибший водитель – это звездный блогер российского Ютуба с каналом, где более миллиона подписчиков. Его имя – Саид Губденский. Саид Губденский – один из самых популярных автоблогеров в России и во всем мире.